Уважаемые коллеги, приглашаю вас на мой вебинар, который будет посвящен актуальным вопросам дентальной имплантации. В этот раз мы поговорим с вами о способах формирования мягких тканей в области имплантатов как неотъемлемой части подготовки к постоянному протезированию. Я расскажу вам об особенностях формирования мягких тканей при отсроченной имплантации и при одномоментном удалении зуба с установкой имплантата. Мы поговорим о сроках проведения этих мероприятий, о мотивации пациента к этим процедурам, а также о том, как передать клиническую информацию в лабораторию для того, чтобы техники понимали, чего мы от них хотим, как на этапе подготовки формирования мягких тканей, а также о том, чтобы воссоздать тот объем на постоянных коронках поддесневой, который мы сформируем под воздействием наших временных конструкций. На то, насколько точно мы приблизим форму ортопедической конструкции к форме удаленного зуба, во многом будет зависеть как функциональный, так и эстетический результат и прогноз по всей ортопедической работе. Поэтому этот момент очень важный, актуальный. Мне есть что вам рассказать. Мой вебинар будет интересен как и для молодых специалистов. Я помогу вам систематизировать ваши знания, рассказать, какие материалы для этого лучше использовать, о степени их надежности, о прогнозе, о том, какие ошибки могут быть на этих этапах, а также о способах их устранения. Для врачей с опытом тоже будет интересно, потому что в своих выступлениях, лекциях, мастер-классах и вебинарах я использую только свой личный 22-летний клинический опыт, 18 лет из которых я каждый день работаю с имплантатами. Жду вас, уважаемые коллеги, мне есть чем с вами поделиться.